Приговоренный к смертной казни за теракт в Минском метро Владислав Ковалев расстрелян. Об этом сегодня сообщили его родственники. По их словам, получено уведомление о том, что приговор уже приведен в исполнение. Официального подтверждения этой информации пока нет. Теракт был совершен в Минске в апреле прошлого года. Тогда в результате взрыва погибли 15 человек, более 200 получили ранения. Смертный приговор был вынесен двум гражданам Белоруссии, 25-летнему Владиславу Ковалеву и Дмитрию Коновалову. В судебном процессе они свою вину не признали, заявив, что в ходе предварительного следствия оговорили себя под давлением. Несколько дней назад президент Лукашенко отказался помиловать их обоих. О судьбе Дмитрия Коновалова пока ничего не известно.